Да, ребятки, что ж, возвращаемся мы опять к вам уже с второй трансляцией. Этого вечера начинается она с того, что Ренат и Аргишт сбросили золотые ящики друг другу. Ну, это довольно-таки похвально, и они так падают символично, посмотрите. Но не отходя от темы, у нас карта Перекресток, формат уже full, поинтересней. И со мной также Антон Беловодский, Да, еще создатель раз этого всем добрый турнира. вечер. Да. Что ж, будем. Аргиш пишет, это для Антона. Сейчас я забегу за Миру, если кто забыл, Аргиш мой кровный должник голдами. Такая золотая битва пошла, я так понял. Ну, видишь, они решили начать с голдов, то есть им пофиг на игру, главное хорошее настроение. Спасибо, сейчас я уже забегу, заберу все и Так, я уйду. на спеке уже забрал, смотри, я уже первый, второй, сейчас еще Так два жду. я уже вон лечу, собираю голд. Я вот с Что ты, что воздуха ты? забрал, смотри. Вот, смотри, сейчас голд появился, я уже все забрал. Нету Я первый голда. его забрал. Ладно, Да это вообще ладно. не важно. Это вообще не важно, потому как Бывает. литы прошли у нас, и начинается. Начинается у нас битва. Желают игроки друг другу успехов, удачи, хороший у них был диалог до начала матча. И игра, вот эта игра, то, что вы сейчас видите на своих экранах, будет очень интересно. Вот прям просто вам отвечаю, оба у нас очень сильные игроки, что Аргиш, что Ренат. Оба мы уже игрока видели, транслировали, поэтому даже сложно сказать, кто будет победителем сегодня, хотя многие считают, что это Ренат, но посмотрим, как на самом деле будет. Пока что главное, никто не должен брать голды. Молодец, Ренат, не бери, а не мне. Нет, Ах ты, не тебе редиска. их. Сейчас потихонечку соберут. Аргиш берет тоже папку. Он так Как плавно вы это сделал, посмели? как будто бы это не разрешено, знаешь. Да, бывает. Как будто, знаешь, голд брать нельзя, но так хочется, и как будто никто не видит, так слегка, хоп, и забрал. Да. Про голосование мы забыли вам сообщить, но я вам сообщаю. Там у нас выигрывает Ренат Денджерус. Сейчас я вам скажу, с каким перевесом. Сейчас я только-только найду, секундочку. Антон пока может прокомментировать, что у нас на карте происходит. Да, пока ты будешь искать, я вам сообщаю, что Ренат нагло, очень нагло забирает аптечку и голд на центре карты. Выдает рельсу по Аргишту, который сейчас отчаянно пытался поехать убить Рената, но нифига, прошу прощения, вырвалось, ничего у него не происходит, не может его убить. И Ренат сейчас на фулнаре доставляет флажок и открывает счет первого раунда 1-0, Ренат впереди. Да, и по голосованию наших зрителей, подписчиков и друзей наших. Ренат Денджерус 58%, Аргиш 42%. Ну, отрыв не сильно большой, но он есть. Да, отрыв есть, но, знаешь, просто Ренат на самом деле очень сильно себя показывал, с каким противником бы он ни играл, потому же наши зрители, так сказать, просто уверены в его победе, но тут такие, знаешь, такая игра таких игроков, что Аргишт очень легко может одержать тоже победу. Главное, сказать, удача, возможно, фортуна. И смотри, вот наша заветная мина. Наконец-таки я увидел на карте минку от Рената. И сейчас смотри, Аргиш наедет на нее или нет? Нет. Он предпочитает просто убить Рената, и чтобы все его мины, так сказать, сожглись. Но пока что, смотри, Аргиш правильно ставит мины, то есть по местам, где может ехать Ренат, и в случае, если он будет ехать и стрелять, он может просто там минусануться. Да, ну в случае с такой картой, как станция, на которой играл Ренат против Йета, да, наверное, да, это было Да. позавчера, там мины, да, были актуальны. Здесь же довольно-таки очень много места для того, чтобы объехать эти мины, это во-первых, или как-то тоже замансить от них, ну то есть тут нужно ставить их в тактические, вот как возле флага, вот сейчас Ренат поставил, посмотри. Вот, я не знаю, хотя бы такие, потому что ставить их просто так по рандому, то это не сильно, как на мое Знаешь, усмотрение. да, не сильно, но
Есть такой момент, когда игроки просто едут и не видят мину. То есть она просто перед тобой стоит, ты стоишь перед ней, смотришь на нее, она смотрит на тебя, но ты ее при этом не видишь. Ты видишь и не видишь. И вот разве что на этом факторе ты можешь взорваться тут, на этой мине. Ну и Ренат, смотри, не успевает доехать до заветной аптечки. Аргиш прострелит его. Кстати, да, перекресток. Тут просто масса, море прострелов. Может прилететь лиса просто откуда угодно. Да, но 2-2 у нас счет. И что ж, пока что по качелям, да, так называемым, опять-таки, Ренат у нас пока первым выходит вперед, но Аргишт не сильно отстает, даже очень быстро возобновляет счет, и таким образом у нас 1-1, 2-2. Так, к счастью, у нас нет такого, так сказать, игры в одни ворота, что лидеры только один, а у нас такая вот... всегда вровень, все вровень, как есть такая любимая заветная фраза из фильма. Да, и опять-таки мигает именно Арги, что у него только ДДшка, и у Рената Нитра ДД тоже есть, и танковать бы можно сейчас, по идее. Нет, наши игроки предпочитают постоять за домами, но смотри, выпадает ДДшка, Ренату бы ее... не отдать Аргишту, включает он свою. Аргишт видит, что Ренат уже поехал за ней и решил быстренько за ней спрыгнуть. Но сейчас смотри, аптечка просто спасает Аргишта, без него уже все потерял бонфлажок. И Ренат промахивается и выживает. Да, Аргишт не убивает его. И, ой-ой-ой. Фух, есть аптечка у Рената. Она-то есть, он промазал, так нехорошо. Знаешь, и минки две, они не сработали. Пока что они просто в упор друг друга стреляют. Тут нашему оператору тяжело, наверное, будет снимать между этими мостами. Но я думаю, он справится. И сейчас, если минка сейчас будет. Но Аргиш целый, посмотри. И есть его мина. Да, ну же оба игрока у нас использовали аптечки. И да, Аргиш убивает. Все-таки Рената будет сбежать, доставлять третий флажок. И вот, кстати, я тебе уже лично так говорил, все возможно, что будет у нас 4 раунда, а возможно даже и пенальти, что очень хорошо. Да, сейчас есть бита рельса от Аргишта, и он пока себя чувствует пока что уверенно. Сейчас он начнется та же ДАшка тикать, и если она у него, если занавить. Упадает аптечка на центре карты. Сейчас нашим игрокам нельзя дать друг другу ее. Кто-то должен ее законтролировать, и походу это будет Аргишт. Он сейчас получает рельсо и не успевает засейвить аптечка Аргишта, бедного несчастного. Видим его, так сказать, слова в чате, ну, даже не знаю, как символ, наверное, так точнее назвать, в таком недоумении, но Ренат счастливый, убивает его, опять-таки равняет счет 3-3 и 3 минуты до конца. Рельсу, тут можно сразу в хайлайты, я думаю, записывать, если такие ведутся, и отправляться дальше. Но пока что 3-3, опять-таки качельки, тут попытался Аргишт выйти немножко вперед по счету, но Ренат тут сразу догнал и будет обгонять. Опять-таки рельса неплохая, на уверенности, я думаю, переиграл сейчас Аргишта, но 4-3 тем временем. Да, 4-3, ну и сейчас тот самый момент, либо Ренат уходит вперед в преимуществом в два флага, либо Аргишт опять равняет счет. Ну, сейчас смотри, Аргишт только на дашке, еще и на минке подрывается, а Ренат почти полный, еще рельсы 2-3 он выдержит спокойно. Да, но нету ДД. Аргишт? Смотри, он сейчас на ДА включает ДД, но по ХП он... наполовину, но с Дашкой где-то тоже одно рельсо он должен... Да, использует аптечку, появляется у него, и сейчас уже преимущество у Аргишта, тем более, что у Рената спадает Дашка, вот, использовал уже свою аптечку, и Аргишт 2-13 возвращает флажок и равняет счет. Впрочем, да, это было логично. Сильные игроки, хорошая игра, никто не дает друг другу идти вперед. Знаешь, я бы, наверное, не стерпел сейчас второй формат Zero, так что это как-то разбавляет, можно сказать. Но сейчас главное Ренату добить именно Аргишта, но он оставляет его, посмотри, и я думаю, это было зря. Но тот забывает, да, аптечка откадешилась, аптечка у Аргишта, и сейчас, чтобы это не сыграло с ним плохую шутку.
Еще огромный плюс у этих игроков, то что они никогда не стоят, ну, стоят, но очень помалу, так сказать, в бездействии. Они все время идут в атаку. Атака, 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 всегда, всегда есть игра. А Ирина сейчас выкрутился, посмотри. Был он в полуминусе, а Аргиш, видимо, этого не замечал. О, ну неплохо, неплохо, неплохо. Такая диагональка прошла, и Ренат едет на доставку. Тут знаешь, в чем прикол? Тут кто последний на этих качелях выиграет, то есть, да, перед самой, считай, уже на таймер до последней секунды идет, и кто перед, может даже за минуту, до секунды поставить до конца, и тот пойти и выиграет, хотя на протяжении игры, видишь, игроки равные у нас. Возможно, да, можно взять флажок, как раз таки уже остается 50 секунд до конца нашим игрокам, ну, допустим, Ренату. Хотя нет, он так сейчас лидирует, а Аргиш мог так сделать. То есть взять флажок, ставить за водокачкой и потом поставить. Так, подожди, а Голд? А Голд, они его не видят? А он же пропадет, подожди. Надо срочно написать им. Надо что-то делать. Ребята, Голд, кстати, Ирина сейчас нас слушает, и я не знаю, сколько у нас задержка на Твиче. Возможно, он услышит. Уворачивается от рельсы, убивает Аргишта, падает в полуминус, и он видит Голд 13 секунд до конца и замирает его. Он нас услышал. Все нормально, все, фух, я уже не нервничаю. Фу, все не нервничай, нервные клетки не восстанавливаются, хотя, кстати говоря, ученые вывели, что все-таки они восстанавливаются, медленно, но восстанавливаются. Аргист пишет, это было для меня. Так, ну он же пропал бы, пропал же Голд. Для, так сказать, чтобы я мысленно его забрал. Ну, Антон... Ренат в своем репертуаре, молодец. На самом деле игроки просто отличная игра, отличное чувство юмора. Да, это добавляет все-таки настроение. Ну, вот так вот, знаешь, постепенно и Аргиш избавляется от своих долгов в мою, так сказать, пользу. Возможно. Самый момент, когда у игроков есть полторы минуты, чтобы отдохнуть. Все-таки, знаешь, игра интенсивная, нет времени вообще отдохнуть, подумать о чем-то стороннем, выпить чего-нибудь, там, чайку, кофе. Даже, ну, возможно, возможно. Я думаю, что они, у них был целый день, чтобы так отдохнуть, да? И я думаю, что сейчас все нормально будет. Ракеш чуть не падает в минус, выкручивается. Ну, а символ победы для Рената, это его заветная краска мят. Как-то пытался он сыграть в новой краске своей аллигаторе, но очень тяжелая шкура, и не может он с ней играть, поэтому все победы, все игры он играет только в мяте и обычно всегда лидирует. Ну да, ну она такая, знаешь, очень издалека видна, кстати. Ну знаешь, такая позитивная, яркая, придает бодрость, и все-таки мята. Да, тут я с тобой соглашусь. Ну, пока что по раундам у нас лидирует Ренат. Посмотрим, что будет во втором раунде. Но я не думаю, что Аргиш так просто даст свою победу. Возможно, если он сейчас нас слушает, так же самое сделал, как мы с тобой говорили. За несколько секунд до конца возьмет флажок, постоит за водокачкой на базе, а потом бац, доставит и выйдет вперед по раундам. Вполне, вполне возможно. Делиты у нас проходят, и что ж, будем биться за третий раунд. Да, начинается игра, ставит Ренат сразу же минку на таком коварном подъезде, впрочем, тут все не заметить и объехать сложно. Гусеница, да, наедешь, ну смотри, Аргиш, сокращая под мостом, прямо едет на базу, но уже стоит Ренат, уже свеженький, готовенький, на фулл наре, и все, Аргиш, уже пора использовать свою аптечку. Да, сейчас... он ее использует, кстати говоря. Раньше. Впрочем, как и Ренат, ну сейчас смотри, правильно Ренат делает, устанавливает хп по центру, у нас выпадает аптечка. Смотри, Аргишт, какой-то момент без дашки. Ренат, как ты упал в полминус? Это было. Ну окей, я думаю, откроет Аргишт, даже аптечку, может быть, заберет сейчас, хотя... Да, заберет. Забирает аптечку, и Аргиш открывает счет второго раунда, молодец.
Да, минусы это плохо, конечно. Минусы. Ну, в какой-то степени, знаешь, из полуминуса так же самое можно убить противника. Бывает такой момент, ты даже знаешь, когда Да. падаешь в минус, вот ты падаешь, но еще какой-то момент в воздухе, пока рейса может выстрелить, и ты в этом полете простреливаешь своего соперника, убиваешь. Вот это настоящее, кстати, мастерство. Это да, да, в последнем, кстати, ты остаешься в игре, что ли? Ну, сейчас Аргиш попадет? Да, попадает он по Ренату. Падает 1-1, но Аргиш сейчас буквально на одну рейсу, ему уже нужна очень сильная аптечка. Попадает, использует, сбивает рейсу Ренату. Ренат тоже уже просто обязан включить свою. На центре также аптеки заветной нету. Заветной как раз таки нету, а Ргиш себя чувствует поувереннее немножко, так что, ну, главное не отпускать, не отпускать, как о том, что я говорил и с первым боем, не отпускать просто на 2-3 флажка вперед, хотя, знаешь, вот если сравнивать в этих вопросах таких тактических именно формат Zero и Full, то я думаю, Full гораздо легче догнать своего соперника. Да, возможно, но вот как-то Ренат говорил, что Аргиш для него не очень сильный соперник. Но вот сейчас тот самый момент, когда надо отвечать за свои слова, пока что я бы не сказал, что Ренату очень легко с ним играть. Ну, погоди, еще не вечер, так сказать, это еще даже не конец второго раунда, уже посмотрим, что будет. Но все же. Вот где-то на третьем уже, может быть, какие-то ставки Игра очень свои сделаем. равная. Ну, Да, я понятное тебе дело, что скажу. ровно. Полуфинал верхней сетки, ты не забывай. Это да. Да, ребятки, наши зрители на Твиче, это кто нас еще раз поздравляет, кто, может, кто-то к нам присоединился, но я все поздравления вижу и также вас поздравляю с Рождеством. Да, всех поздравляем, и смотри, как Ренат нагло кладет Аргишта в полуминус и помогает ему встать, и говорит, ладно, друг, зачем тебе, я тебе помогу. И отлично выдает рельсу, убивая его, подбирает заветный дроп и будет выходить вперед на один флажок. В общем-то, да, ХП ему еще позволяло, плюс он использует аптечку свою и 3-2, но это ненадолго. Да, он без аптеки теперь. Слушай, а фулит можно долетиться? Везде можно долетиться. Видишь, ну это разные уже, это другие игроки, и как бы они понимают, что это не совсем корректно, такие делиты, как вот использовал очень часто Бай. Ну, как есть, да. Ну, как бы не запрещено, хочешь долетишься, ну, не очень красиво. Смотри, сейчас Таргиш остается без дашки. Поэтому у него сейчас тот самый момент, когда Ренат может как-то прострелить его. Единственное, да, вот смотри, Ренат уже включает ДАДД, и для Таргиша сейчас проблема. Он на одну рельсу, а Ренат еще обезопасился минками с двух сторон. То есть Таргиш даже до него доехать не может. Да, есть такое дело, но и Ренат сливает его, посмотри. Минки дают о себе знать, да. Да, минки это святое, это обязательно, что надо использовать. Главное, обоим игрокам не забывать про них, грамотно использовать. И смотри, Ренат все же выходит вперед уже на два флага, 4-2 лидирует. И, грубо говоря, 5 минут до конца. Да, и отпустил все-таки Аргишт, опять-таки Рената немножко, сейчас думаю, сейчас будет сокращать, хотя я надеюсь на это. Аптечка особенно есть на центре, именно тактически важная, и он еще и свою снарил, ну кто же будет к ней поближе, к этой аптечке? Они ее не видят, они просто выезжают в открытую. Аргишт Возможно, сейчас... они видят. Ой-ой-ой, Ой-ой-ой, не до было конца, опасно. не прочитал до конца игру, но Ренат тоже исправился, неплохо. Да, я Аптечку он чуть не заберет. испугался, что Ренат нарвется на минку, но нет, он грамотно выезжает, убивая Аргишта, собирая аптеку на центре карты, контролирует ее полностью, и достает уже 5-2, очень, очень сильно разгромный счет для наших игроков.
А, еще и схлопотал Минку Аргишт, обрати внимание. Смотри, уже пытается довести шестой флажок. Карагишь, я в тебя верю. Ты опять будешь мне должен три голда в случае проигрыша. А Ренат немножко не пренебрегает. Он так вот, видишь, проезжал. Вот это вот он мне показалось не совсем хорошим. Потому что он выехал, он прям не посмотрел на своего соперника. Это то, что ты говорил про Бая и Йета. То, что не нужно даже поворачиваться спиной к своему дуэлянту. Визави, так сказать. Я думаю, игроки наши не обидятся. Но 3 минуты до конца. Впрочем, Маргиш еще может сделать ничего, а то и выйти вперед. Еще время у него есть. Да есть еще целых 2 раунда так-то. Ну, посмотрим, посмотрим. Посмотрим, что будет. У Рената уже затикала ДАшечка, уже он только на ДД стоит, а Аргиш как раз таки подрубает и будет ехать к нему. Там уже есть 2 минки, посмотри. И он сейчас Да, будет от них коварные две отыгрывать, по идее. минки. Ну смотри, да, Ренат сейчас у нас лидирует, впрочем-то, он может не ехать. Подставляться, Рагишт захочет его убить? Ой-ой-ой, неплохо, Нет. неплохо. Сначала убивает его Ренат. Я как-то думал, что Рагишт сейчас поедет, нарвется на винки, как-то так, но... Нет, Ренат быстренько так выезжает, убивает и доставляет уже шестой флажок. 6-3, молодец. Знает он прострелы, кстати, чего Аргишт, мне кажется, немножко не доглядывает за этими прострелами. Возможно, Рогиш мало играл на этой карте, мало тренировался, но Ренат перед каждой своей игрой тренируется, тренирует все карты, что такое возможно. Много играет. Нет, Аргир сказал, что он какой-то трио турнир играл на этой карте, мол, это тоже должно А. было быть неплохой тренировкой, но пока что как есть. Трио турнир он, по идее, должен был выиграть. Рогиш. Наверное, я не туда вот не помню. Ну, сейчас, да, О, отлично, но он кладет же был 13 полу первым, подожди, минус. но Аргиш же был первым. Ну, знаешь, возможно, вообще рейсу за жизнь просто одинаково, но в зависимости от интернета, у кого быстрее, тот первый выстрелит. Возможно, кстати, остается уже минутка, и 8-3 это уже, ну, как сказать, не то что, ой, сейчас маленькие пролагивания были то ли у Ренат, то ли у Аргишта, но я думаю, что нормально, в принципе, по игре мы видим, что все относительно спокойно. Ну, не знаю, Он... как тебе, но я тебя чуть опять-таки перебиваю. Больно смотреть на этот счет. На счет 8-3. Аргишт у нас очень сильно проигрывает. По табу тоже не идеальная такая статистика в пользу Аргишта. Но я все-таки надеюсь, что третий раунд Аргишт что-то покажет. Хотя бы, что было в первом раунде. Да, посмотрим. 12 секунд, все. Уже 100% победа Рената второго раунда. 2-0 по раунду, молодцы. Да, и третью надо вытаскивать именно Аркишту, потому что, ну, чтобы мы, может, лицезрели какую-то такую эпическую концовочку, я не знаю. Да, очень хотелось бы на это посмотреть. И искренне, если Аргиш сейчас меня слышит, я верю в тебя, тащи, но в то время, Ренат, и просто мои аплодисменты, отличная игра. Мята тебя тащит. Не, я думаю, это не заслуга Мяты. Я думаю, если бы он не тренировался, чистая красочка его бы не спасла. Ну, может, это его символ победы. Откуда нам знать? Ну, надо бы у него поинтересоваться, я думаю. Обязательно. Сразу после трансляции. Хотя можно даже и сейчас. Помню, Ренат записывал на станции тайминги дроп. Почему он сейчас не записывает? Может, он только ставит на нару?
Напоминаю всем нашим зрителям, что финал нижней сетки будет 12 числа. То есть через 6 дней. Никуда не уходите, не забывайте в календарике поместить это число красным, чтобы не пропустить и прийти посмотреть на это зрелище. Кстати, вот интересный факт, что Аргиш занял первое место в групповом этапе, а вот Ренат третье, если кому интересно из наших зрителей, можете вот знать это, но пока что у нас Ренат просто показывает отличную игру, он выигрывает просто всех и вся, с кем бы он ни играл, где бы он ни играл, ему нужна только победа. Да, это точно, и я думаю, сейчас уже до лиды у нас прошли, и с первой минутки мы будем наблюдать, кто же первый проявит инициативу. И это, знаешь, вот как поставит игру каждый из... Ой, ну, респы как-то что? Что это было? Что это было? Скажи мне, пожалуйста. Слушай, они начали просто рядом, действительно. Бывает, но... Да, Аргиш, что просто дрифтует. Что он делает? Он катается на своем флажке, пытается его взять. А, боже, он, видно, немного не понял, что он... На своей базе. Аргиш, тебе надо на другую базу ехать. Слушай, а Ренат его не видит? Или что? Я не знаю, походу не видит Ренат. Ой, это было сильно, кстати говоря. Да, это было сильно. Сначала Аргиш пытается взять собственный флаг, потом Ренат его не видит, но все-таки убивает его. Это было нечто. Видим, что Аргиш перепутал флажки, бывает у всех, ничего страшного. Да, сейчас Ренат за Мансит и будет уходить, конечно, но Аргиш тут тяжеловато уже будет его догонять. Даже Рельца его, по идее, какая-то последняя не догонит. Ну а Ренат тем временем едет на второй круг. Второй круг, это круг победы или круг поражения? Круг почета. Ну ладно. И смотри, Аргиш сейчас использует аптечку очень правильно, то есть получает по себе рельсу и еще успевает аптечка восстановить его ХП. Ну, Ренат, ты сейчас на ДД, у тебя сейчас все шансы убить Аргиша, достать очередной флажок, да, впрочем, что он и делает, без всяких проблем. Возможно, он достает флажок, но сейчас все зависит от респа Аргиша, сейчас Ренат просто без аптечки на одну рельсу, и нет, это 2-0, вот, лидирует. Вот момент только что напомнил такие, знаешь, средневековые дуэли, там, где они просто вышли на открытую местность, и начали давать друг другу рельсы. То есть, ну ты видел только что, что было. Да. Ой-ой, Аргиш немножко пролагивает. Возможно, у игроков есть какой-то, может, не договорились так сыграть. Возможно, что-то хотят воссоздать. Взять красивую игру. Договорные матчи? Ты о чем? Ну, а договорные в матче в плане красивой игры, ну, это хорошо. Ага, выкрутился, ну ладно. Да. Так, что ты? Пока 1-2, Аргиш не очень спешит, хотя я бы на его месте, знаешь, поспешил бы. Ищет он прострелы, видно. И все-таки стоял возле этой аптечки и забрал ее. И сейчас Ренат битый, я думаю, у него есть аптечка, но он пока ее бережет. Ну а сейчас Аргишу нужна только победа, и ничего более, никакой ничьи, никакого поражения, потом Аргиш. Дальше, у тебя сейчас, смотри, весь дроп, у тебя есть ДА, у тебя есть ДД, который падает, у тебя есть аптечка, Ренат на одну рельсу, у тебя нет никаких проблем сейчас его убить и достать дроп. Сейчас одна рельса, а, уже не одна, потому что есть же ДАшка, есть, по-любому есть аптека Рената, так бы, если бы он выдавал одну рельсу, он бы просто сваншотил его. Ну сейчас уже Ренат использует свою аптечку. Опять-таки проблема для Аргиша. Почему Аргиш не стреляет в нужный момент? Ну смотри, сейчас было опасно чуть-чуть.
Да, но Аргиш должен решать. Ой, что он промахивается? Я не понимаю, что происходит. Ну, Аргиш разбирает все-таки. Так они мансили вдвоем, и все-таки Аргиш оказался в этой микродуэльке победителем, вышел из нее. И сейчас нужно с вертушки еще выдавал бы рельсы, вообще было бы идеально. Тем более Ренат не внарил ничего с респа, он только Дашечку сейчас подрубил. Да, было бы очень красиво, если бы он сейчас просто с респа убил бы Рената, была такая возможность, но нет. Он не попадает, он просто, так сказать, дает себе ускорение, стреляет под Z и ставит флажок 2-2, сравнивает счет. Так, Аргишт, теперь твои действия. Ты должен взять еще один флажок, при этом не допустив ни одной доставки со стороны Рената. Нет, я думаю, не один, я думаю, ой, Минку ловит Ренат. И Можно два. аптечку даю за это он сразу же, и Таргиш будет давить, по идее, если даже у него есть аптека. Ой-ой-ой, так влетает он прямо в эту водокачку, но Ренат задашки сливает. Я думаю, там неплохо так дамага вылетело на 1002 где-то. И сейчас он поедет на доставку, нужно мансить, он сейчас... Ой-ой-ой-ой-ой. Да, убивает Аргишт, собрался он, включает ДДшку и не дает Ренату доставить флажок, выйти вперед. Ему нужна только победа, и сейчас смотри, убьет ли он его с респа. Нет, Ренат успевает включить Дашку, более того, попадает по Аргишту в свое время, как тут нет. Аргишт, ты сейчас на одну рельсу, тебе надо бы забрать фишку, которая на центре карты. Надо бы, но Ренат, думаешь, позволит это сделать? Ну, пока что нету пока что прострела, и до последнего... подожди, он нарил свою аптеку, чтобы забрать аптеку на центре? Нет, он доехал до аптечки сам, и он не включал А, свою. все, я понял. Это было чуть-чуть нелогично, включить аптеку ради аптеки. Ну, я вот тоже так думаю. Но Ренат, неплохая рельса, и сливает он. Я думаю, сейчас он поставит. Хотя сейчас рез ПДДшная рельса. А, нет, на нетре вас как-то улетит только так. Да, летит просто как пуля в космосе. Очень интересная статистика. 4-5-4-5 и одинаковая ОП. Уже нет. Ну, 2-3. Опасно очень для Арги, что он сейчас на грани проигрывания. Слушай, а не двойная лиминка была? Потому что мне показалось, что двойная мина была по арке, что только что. Возможно. Ой, неплохой прострел он сделал. По Ренату, мне показалось, попал он или нет, подожди. Аргишт использовал свою аптечку, опять-таки получает по себе рельсу. Аргишт, мне тебе чуть помочь бы тебе. Нет, ну слушай, не все так плохо. Отрыв всего лишь в один флажок, и пока игра продолжается. Смотрим, что будет дальше. Но Аргишту нужно сейчас два флага в данный момент доставить для победы. А это не очень легко с таким соперником, как Ренат. Да еще на такой карте, где одни прострелы. Ну да, Ренат пока может даже минироваться. Не знаю, он может целую тропинку из этих минок сделать вокруг этого дома. Но только если леса прилетит откуда-то, то это будет не очень классно. Ой-ой-ой. Ну вот так вот. Да, вот так вот 2-4, ну, очень большие сейчас уже проблемы для Аргишта. 4-2, то есть ему уже нужно 3 флага Не доставить за 2 минуты до дождался. конца. Извини, что тебя перебил. Не дождался Аргишт просто КДДАшки, которая просто тикала. Он выстрел в аптеку. Ой, боже. Он выстрел в ДАшку и в аптеку еще, которая была на последних минутах действия. Сейчас нужно мансить срочно. А, нет, Ренат едет по верху. Чем же это закончится? А, ну, это будет Ах, как жалко, что Аргиш не попадает по Ренату, но смотри, сейчас Ренат стоит, сбивает. контролирует свою аптечку. Пока что Ренат еще лидирует, сейчас он может напрягаться, может, что ничья, что победа, все равно один мед. А вот Аргишту сейчас срочно тащить ровно полторы минуты до конца этого раунда. Да, оба, ну и Ренат, я думаю, знаешь, поставит этот флаг и либо, хотя, знаешь, со станции я его помню, когда вот этот вот недавний бой был, ну да,
Он не такой человек, который будет дефить. Он сейчас, может быть, еще и флажок привезет, хотя уже, я вижу, благодарят за игру. Что ли? Да, Аркеш говорит, спасибо, брат, отличная игра. Хорошо, когда теплые слова есть в чате, когда соперники уважают друг друга, когда красивая игра. На самом деле, да, уже надо констатировать победу Рената. 5-3, сейчас уже будет 6-3 уже. Просто Аркеш не может никак написать... не написать и доставить флажок, это уж... Все, 100% победа. Да, это так есть, поздравляем. И что у нас получается дальше по турнирной таблице? Ренат у нас переходит в гранд-финал, но Аргишт падает в нижнюю сетку на финал. То есть, это получается у нас бай против Рената Эльчерес, мы увидим, да? Да. И ед против Аргишта. Ну, знаешь, я думаю, все-таки Аргишт должен выиграть еда. Ну... Я так предполагаю. Ну, посмотрим, знаешь, мы еще не знаем всех тонкостей, что будет, какой формат и, мол, какая карта. Ну, на этом все, спасибо, что посмотрели трансляцию. Сегодня у нас победа Рената 3-0, разгромный счет, но при этом игра была очень красивая. И с голдиками, кстати. Да, и с голдиками, что не может не радовать. Спасибо всех с Рождеством.